Сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол, это жизнь», и мы сегодня с вами подводим итоги третьего сезона «Карьеры за игрока». Поехали. Начался для нас третий сезон переходом из Аякса в Наполи за 29,5 миллионов евро 14 июля 2021 года. За Наполи мы отыграли первую половину сезона 2021-2022, отыграли 24 матча, забили 17 голов, отдали 5 голевых передач, были 8 раз игроками матча, попадали 3 раза в команду недели и в августе 2021 года еще и стали лучшими игроками в чемпионате Италии. Ну и такую карточку мы с вами получили за то, что стали игроком месяца в серии А. Ну а 28 декабря 2021 года нам пришло предложение от Ювентуса. Мы перешли, но попали уже все-таки мы команду во время трансферного окна, которое начиналось с 1 января 2022 года. Ну и вторую половину сезона 2021-2022 мы проводили уже в Ювентусе, отыграли 18 матчей, забили 8 голов, отдали 4 голевые передачи, 5 раз были лучшими игроками матча и 3-жды попадали в команду недели. Ну и так вот мы апгрейднули нашу карточку только в некоторых показателях за вторую половину сезона. Ну и вот она полная статистика за сезон 2021-2022. Сыграли мы 42 матча, забили 25 мяча, 9 голевых передач мы отдали, завоевали Суперкубок Италии вместе с Наполи, серебро чемпионата Италии с Ювентусом, Кубок Италии с Ювентусом и дошли до 1/8 Лиги Чемпионов с Наполи. Ну и вот первая карточка — это начало третьего сезона, и вторая — это уже конец третьего и, можно так сказать, начало даже четвертого сезона карточка. Многие уже знают, что мы перешли из Ювентуса в Манчестер Сити, подписали контракт, так что со следующего сезона мы уже будем выступать за горожан. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Андрей и канал «Футбол, это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.